Славянские студенты приняли участие в краевой акции «Донорское совершеннолетие». Для многих это был первый опыт сдачи крови. Почему они решились на этот важный шаг, смотрите в следующем материале выпуска. Акция «Донорское совершеннолетие» проводится ежегодно. Ее цель – привлечение внимания молодежи к вопросам нехватки донорской крови в России. Благодаря таким мероприятиям молодые люди понимают важность сдачи крови и ее компонентов для оказания помощи другим людям. Это ежегодная акция, но в 2020 году она отличается тем, что ребятам, которые в первый раз дают кровь, мы дарим футболки с надписью «Донорское совершеннолетие». В акции приняли участие 10 ребят. Все они студенты-первокурсники Славянского филиала Кубанского государственного университета. Я сдаю кровь первый раз. Я хочу помочь людям, всем больным. Сдав кровь, студенты поняли, что это безопасно и не больно. А самое главное, что это может спасти чью-то жизнь. Поэтому многие приняли решение стать донорами на постоянной основе. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».